Сотрудники российской полиции отмечают сегодня профессиональный праздник. В этот день во всех уголках нашей страны чествуют людей, чья служба и опасна, и трудна. Новые звания и заслуженные награды получили и полицейские Ненецкого округа. Я работал в системе 30 лет, и поэтому знаю, что это такое. Вот. Что это такое единоборство, что такое цена, когда ждет тебя семья. Поэтому я хочу вашим всем пожелать только хорошего, только счастья. Рисковать, помогать тем, кто находится в беде, и охранять покой граждан. Работа у стражей порядка не из легких. Люди в погонах служат в разных условиях. В нашем регионе большая часть столицы округа, но есть и те, кто несет службу вдалеке от окружной столицы. Очень большое спасибо от имени всех сельских жителей. Было у нас время, когда не во всех муниципалитетах были участковый инспектор, но сегодня это вопрос нашел. Действительно большое спасибо. Сегодня человек в форме, идущий по любой деревне, по любому селу, это символ власти, символ порядка, символ дисциплины. За свои заслуги ежегодно 10 ноября люди в погонах принимают поздравления и благодарности. Сегодня мне хочется вам сказать огромное спасибо от себя, от всех наших жителей за вашу службу. Наверное, на Ярмарке единственный такой город, где у нас все спокойно, и где мы можем сказать, наши дети могут выйти на улицу и пройти с любого конца, с одного конца на другой конец спокойно. Мы знаем, что ничего не произойдет. Как поется в известной советской песне из кинофильма «Следствие ведут знатоки», наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Действительно, зачастую работа сотрудников МВД практически незаметна. Но именно благодаря людям в погонах за последнее время в нашем регионе были раскрыты достаточно крупные преступления. Всего за этот год благодаря работе окружных полицейских в разные бюджеты страны поступило около 50 миллионов рублей. В казну нашего региона порядка 15. Отличившиеся в работе полицейские получили заслуженные медали за службу, благодарственные грамоты и письма. Но, пожалуй, один из самых больших подарков в этот день получили те, кому присвоили новое звание. Олег Итанзейский, Алена Валей, Леонид Шишелов. Телеканал «Север».